Страна FM. Все к лучшему. Ну вот не секрет, что мы были информационным, наша радиостанция, телерадиоканал, была информационным спонсором твоего концерта в Москве, и сами мы там присутствовали. Впечатления, конечно, потрясающие. Энергия Спасибо. Была настолько густая. Вот ты скажи мне, какие у тебя у самого впечатления от этого концерта? Я могу сказать одно точно, что мы отлично отыграли, очень сыгранно получилось, более сыгранно, чем в Санкт-Петербурге. В плане именно музыкального. Никто, я не думаю, что заметили именно музыкальные наши там какие-то свои заморочки, потому что первый концерт, он был очень нервный. Да, были какие-то небольшие косяки, но которые заметили мы, но все равно зрителей никто не заметил. А вот в Москве их вообще, этих косяков вообще не было. А ты знаешь, я, будучи просто фанаткой со стажем, я помню первый концерт в Милке, и когда ты вышел на сцену, я помню, у тебя даже слезы в глазах стояли. Ты сказал, нам сказали, ребята, что мы не соберем такую большую площадку, а вот я сейчас вышел, а там реально было битком, как в автобусе. А почему ты тогда думал, что вы не соберете площадку? Я не знаю, мы тогда только начинали, и, то есть, никогда не нужно быть уверенным на 100%, как бы, потому что, если будешь совсем уверенным, то уже, мне кажется, слишком голову высоко за... На расслабоне. Да, а так нужно быть всегда немножко на нервике, всегда таким, йогом, понимаете, на иголках немножко. Это, знаешь, ты так настолько уверенный, что соберешь полный концерт, выходишь такой, уху, привет! А там три человека. А, привет! Да. Нам, на самом деле, если честно, то нам без разницы. Мы никогда на это особо так прям мега сильно внимания не обращали. Нам не важно, маленький там клуб или большой клуб, там будет 10 человек или 110 человек или 1010 человек, вот. Но все равно, когда 1010 поют твои тексты, все вместе с тобой. Конечно, это понятно. Но не нужно, мне кажется, как-то разграничивать, что здесь я буду хуже выступать, а здесь, например, здесь лучше. Нет, совершенно мне без разницы. Я готов выступать, я люблю это дело. То есть для меня это даже важнее, чем, например, деньги и так далее. Это профессионализм, друзья, называется. Если кто-то сейчас листает толковый словарь. На самом деле это называется просто кайф. Любовь к профессии. Это кайф называется. Нет, это называется профессионализм. Давайте поспорим. Так, давайте скинемся на каменную бумагу, как это правильно называется. Скажи мне, пожалуйста, вот вы записали саундтрек к сериалу «Молодежка», да? Песня «Как жаль». Вошла. Да, это было такое, да, дело было. А скажи, пожалуйста, эта песня специально писалась под сериал, либо вы просто сценаристы забрали это уже готовую песню? На самом деле, эту песню писал совершенно не под сериал, я ее просто написал, у меня как-то было какое-то настроение, я сел за клавиши. Осень. Возможно, и осень, не знаю. Это, наверное, была зима, потому что я очень хорошо помню, что наша подруга Айза, она была на Бали, вот, и что-то она написала, типа, Катя, что «Катя, что вы там делаете, соскучилась по вам, хоть пришли что-нибудь такое, что там Степка, может, поет там что-то». Я как раз сидел у себя в домашней студии, тогда еще дома студия была, сидел и писал эту песню, и Катя меня втайком сняла сзади, как я пою «Как жаль!» Вот, отправил туда Айзи, короче, на Бали, вот, поэтому я думаю, что это была зима, точно не осень. Прекрасно, прекрасно. Мы вернемся, естественно, к беседе. Есть еще масса вопросов, которые хотим задать. Ну а сейчас давайте прервемся на Юлианну Караулову «Разбитая любовь». Послушаем, посмотрим. 10 попыток оставить сюжет. Нашей любви уже больше нет. Сколько открыток и писем к тебе исчезли где-то там, где наступит рассвет. О чем я только думала, влюбляясь в тебя. Без сна по двое суток, с кофе в руках. Потом любовь, минуя, меняла себя. Теперь в открытом море тону я. Разбитую безумной для
для нас темноты. О чем я только думала, влюбляясь в тебя. Без сна по двое суток, с кофе в руках. Потом любовь минуя, меняла себя. Теперь в открытом море тону я. Разбитую говорите, что это совпадение, хотите нет, но вот Степан только вчера был на концерте Юлианы Карауловой и пел там. Да, я там не просто был, я там поддерживал Юлиану в своем родном городе, в Питере, вот на концерте. Был отличнейший, кстати, концерт, и я отлично выступил. Про Юлиану уж я не говорю, что она естественно, была супер, как бы, крута. Вот, но она, я видел, что она немножко переживала, потому что это ее первые сольные концерты, что сначала был в Москве, вот в Рейде, 1 ноября, а потом в Санкт-Петербурге, вот вчера, 2 ноября. Вот. Немножко переживал, но у нее обязательно с опытом появится такой, знаете, более, как сказать, даже не знаю, холодок, что ли. А вы дружите прям с ней, да? Да, конечно, это моя очень близкая подруга. В шоу-бизнесе вообще друзей нет у меня, вот, кроме, наверное, ее и еще, может быть, пара человек. Но Юлиана точно одна из моих. А ты на концерте такой, как дядька, да, выступил? Такой, Юлек, не боись, сейчас выйдем, отстреляем. Я смотрел, наоборот, как она выступает. Правда, мне не дали особо на самом деле посмотреть. Я сидел в гримерке, у меня очень было удобно, на самом деле. Смотрел на сцену, курил кальян, сидел. Отдыхал. Конечно же, без никотиновой. Да, без никотиновой, да, конечно же. А дуэт не планируете с Юлианой записать? Вполне возможно, что будет он, да. Но на самом деле есть такое правило у артистов. Самое сложное — записать какую-то совместную песню с друзьями. Это самое сложное. Вы даже не представляете, что нам стоило записать эту песню с Артиком и Асти. Тоже наши близкие друзья, мы с Артиком очень давно знакомы, и просто записать совместно. Проще записать с артистом, которого ты не знаешь. Ну, это такой небольшой спойлер. Все у вас классно получилось. Мы это посмотрим чуточку попозже. Это был спойлер. Друзья, продолжим. Кстати, вот хотел вернуться к теме саундтреков. Да? Мы уже в предыдущем выходе затронули, да, что песня стала саундтреком к сериалу «Молодежка». А вот какому бы уже снятому фильму ты бы хотел записать саундтрек? Ух ты! Иностранный или русский? Любой вообще, вот, может быть. Не знаю, мне очень нравится фильм, иностранный фильм, называется он «Время», где играет Джастин Тимберлейк. Вот, и это, на самом деле, один из моих любимейших фильмов. И песня есть одноименная. Да, и «Время» тоже есть. Я тебе так скажу, что это жутко круто записать саундтрек фильма, в котором играет Джастин Тимберлейк. Ну что, друзья, давайте сейчас прервемся и потом вернемся снова, будем общаться. Страна FM. Живи настоящим.
чего в других нет, но глаз не могу отвести. Он непонятен моим знакомым, а я другая, я-то знаю, он такой один. Мамочка, опять гадаю я о нем по цветкам. Любит, не любит, мамочка, а он спокойный, как большая река, и я в ней, как лодочка. Так лихо развиваются события с территории машин. Мы сразу на территории интервью перескочили. Напоминаем, кто только к нам подключился, что у нас в гостях Степан, солист группы «Марсель», и мы продолжаем задавать ему вопросы. Ну, привет, можем... привет, друзья, привет, страна. Да, и он продолжает вас приветствовать весело, позитивно. Да. Проснулся все-таки, я так чувствую. Сегодня, как ни странно, на самом деле, одно из таких
редких утр в Москве, когда я себя очень бодро чувствую, вообще могу разговаривать, улыбаясь. То есть ты хочешь сказать, утро в Москве хуже, чем утро в Питере, да? Просто мое утро в Москве обычно начинается в Питере, где-нибудь в 6 утра, а то и раньше. Вот сегодня, например, мое утро в Москве началось в 3 часа 40 минут, когда я проснулся и поехал в аэропорт. Вот это да! Я так и знала ведь, что он из Питера едет, я говорила. Я предлагаю вот что сделать. Сейчас мы проверим скорость твоих нервных реакций. У нас есть традиционная рубрика «Блиц». Мы задаем наиглупейшие вопросы. Задача наших гостей — быстро на них отвечать, вообще не задумываясь. Наиглупейшие ответы. Вы получаете наиглупейший ответ. В этом-то и есть смысл. Готов? Да. Марсель или до марта наряженная ель? Ель. На флоте кок или элеутерокок? Кок. Площадь восстания или курс правильного питания? Восстание. Любовь и голуби или плавать в проруби? Голуби. Пачка денег или лазурный берег? Лазурный берег в денег. Вагон метро или карты Таро? Штроль. Веселый корпоратив или на пикник в лесу, в лесной массив? Ой, да, в массив. Это отель для собак или санаторий в Судак? Что вы обзываетесь? Четвероногий друг или сотня подруг? Сотня подруг. Ну и как весело закончить этот блиц? Клик-клик-клиц. Клиц-клиц-клиц. Еее, получилось. Не, смотри, человек проснулся на 100%, да. А вот по поводу сотни подруг и друзей. Как-то в одном интервью, мне кажется, такое, ну, интервью давнишнее, 2008 года, ты говорил про то, что ваш Митя, саксофонист, да. Он ведь еще и боксер, который вас охраняет. Конечно, от навязчивых фанаток. Он сейчас смотрит нас 100%. Даже если привет, не смотрит, привет. Слушает, он если нас слушает. Мы тебя привет. Чем-то обидели, не Митя, бей нас. Прости, пожалуйста. А как он тебя вот сегодня без охраны отпустил? О чем он только думал? Слушайте, ну он, у него относительно недавно родился второй сын. Поздравляем. Поэтому он дома сидит с детьми своими и занимается как бы семейными делами. Вот. Так как ко мне позавчера ко мне домой приехала моя теща, поэтому у меня появилась парочка выходных. А я думал, наоборот, ты захотел поехать куда-нибудь в Москву. Поэтому я приехал в Москву. Нет, я думал, что ко мне приехала теща, теперь мне есть кому меня защищать. Да, 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 так есть. Теща не поспоришь. А вообще нужна защита? Ну как, я не знаю, нападали, не нападали. Были ли навязчивыми твои поклонники? Мне кажется, они такие интеллигентные люди. На меня только посмотри. Ты права, абсолютно, реально абсолютно права. У нас очень хорошие поклонники, поклонницы, очень интеллигентные, очень красивые все. Вот, не маленькие, уже повзрослее все, минимум студенты. Вот, поэтому такого прямо фанатизма у нас, да и мы, как вы знаете, сами уже, как сказать... Не дети. Не дети, да. И уже то есть нет этих вопросов. Марсель, подпиши мне футболку. Они подходят, говорят, Марсель, скажи, посоветуй, как лучше ипотеку взять? Они подходят, здравствуйте, добрый вечер. Не могли бы вы подписать нам футболку? 100 евро. Подпишите нам 100 евро. Итак, друзья, давайте сейчас подпишем Пашу Панама, потому что будет его трек сейчас в нашем эфире. Говорили, потом вернемся и продолжим беседу. Ее же глаза пробудили вулканы, все бегут люди прочь, сломя голову, а я же дурак, для меня ты спасение, обжигайся, словно Помпея. И руки так тянутся в поиске твоего тепла, хочешь мы все прогуляем, и ни капли сомнения, просто дай мне вдохнуть тебя. Я тобою точно заболеваю. Говорили друзья мои, не гуляй сей, пожалеешь об этом, не отпустит меня уже. Прицепилась так, что голову сносит. Говорили. Моя. И руки так тянутся в поиске твоего тепла.
Чувствую, о чем-то важном мы еще не поговорили, о той вещице, которая лежит рядом с тобой. Ну-ка, показывай, да, давай. Это замечательная сильно. Штука квадратной формы. С твоим портретом. Да, с моим портретом. Ты в красивой шляпе. Не только с моим, там еще Женей, Митей. И с людьми на кофте. И город мой любимый Санкт-Петербург есть. Вот, это на самом деле штука называется, новый альбом группы «Марсель». Называется он «О любви, печали и радости». То есть весь спектр чувств. Да? Весь спектр. Если вы еще не слышали этот альбом, обязательно послушайте, он завораживает. Закачайте его себе в телефон. И будете слушать его долгое время, надеюсь. Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя очень много лиричных песен, да? Ну, большинство. Да. Ты вообще романтик, либо ты умеешь просто настраиваться на рабочий лад? Не, ну я на самом деле не притворяюсь, я пишу песни. Мне очень сложно на самом деле придумывать песни именно. То есть, если нет как бы повода, то я не пишу песни. Как-то, знаете, очень сложно. Не дается мне это еще. Магия такая, знаете. Что взял, написал песню, придумал какую-то выдуманную историю. Поэтому все песни по реальным моим жизненным историям, вот, меня и моей жены Кати, которая, кстати, я знаю, что слушает. Тоже ей привет огромный. Да, но, кстати, вот этот альбом «Люби, печали и радости», как ни странно, он в целом достаточно позитивный. Вот. То есть там больше о радости и любви, чем о печали. Да, все правильно. Там больше о чувствах, которые вот такие противоречивые иногда. Это я просто как человек, который послушал вдоль и поперек все, да, я молодец. Еще, знаешь, мне понравилось то, что на концерте, естественно, фотографировали мы там и на сцене все, и потом захожу в Инстаграм, а мне раз там ваш гитарист лайк поставил, там ты где-то лайк поставил. Вы серьезно прям по хэштегам потом отслеживаете, смотрите? Конечно, мы сидим в аэропорту после концерта, что интересно, как концерт. Хочется посмотреть все равно со стороны, как мы отработали концерт. Ой, ну это очень приятно, это прям восторг какой-то щенячий, когда в догонку тебе артист лайкает твою фоточку с концерта. А почему ты об этом молчала вообще? Чего? Я бы с тобой вообще на «вы» разговаривать бы стал. Тебе гитарист группы «Марсель» лайк поставил. Скромняга. Да. Кстати, гитарист группы «Марсель» Андрей Росси, который помогал делать вот этот альбом мне, мой звукорежиссер, мы вместе, он после нашего питерского концерта нашел себе девушку, и у него сейчас абсолютно счастье. А также по лайкам, по хэштегам? Серьезно, по лайкам, по лайкам. Вот это поворот. Друзья, давайте... Давайте переживем эту новость, послушаем Одесса Фая, а потом вернемся. Солнце лучи, от счастья кричи, в шортах ключи, вокруг москвичи. Турецкий отель открыл врата рая. Розетка, ноутбук и бухнет Wi-Fi. Фая, нет Wi-Fi. В коме жизнь старая. Стон не убавляю. Фая, нет Wi-Fi. Фая, нет Wi-Fi. В коме жизнь старая. Сводит комплекс, женщины топлес, жигала пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж... Фая, нет вай-фая, в коме жизнь старая. Счастье кричи, в шортах ключи, вокруг москвичи. Мы уезжаем, вот он нокаут, услуга и мета, вбита в чекаут. Фая, нет вай-фая, в коме жизнь старая. Стон не убавляет.
все к лучшему. Теперь и не ждать, теперь и не знать. Недели летели, грусть писала что-то в тетрадь. Между строками читаю романы Набокова. Хотелось кричать, одинокая. Мне ли не ждать, скажи, мне ли не знать. Писать стихи, чтобы потом молчать. Нотами красивая мелодия разлуки. Длинные минуты, бесконечные сутки. Куплеты про лето, цветные фото. Времена года, теперь пора холода тут. По улицам города слать электронные письма. I miss you, приснись мне. С первым снегом сюда приходит зима. Все замело белым белом, ну и дела. Но где бы ты ни была, услышав это, я знаю, вспомнишь обо мне. И наше лето. Больше не забыть, это лето, и в этом по щекам будет где-то осень целовать. Жаль, наверное, ветер не умеет так нежно. Больше не забыть, это лето, и в этом по щекам будет где-то осень целовать. Жаль, наверное, ветер не умеет так нежно. Тебе это чтиво на адрес электронной почты. Прочитай, если захочешь, знаешь, впрочем, ты и так знаешь наизусть мои чувства. Сердца в одном ритме, мечты одним курсом. Твое присутствие здесь еле ощутимо. Июль, море, как давно все это было. Сигаретный дым, уже остывший кофе. Лирический сонг, рифмующие строки. Увлечен гастролями эти студийные сессии. Я узнаю новости о тебе из прессы. Известность, нам не быть вместе. А если два билета и просто пропасть без вести, туда на побережье, слушай прибой. Я буду делать коктейли из рома и моря. Бунгало на берегу Нила Амстронга. Встречать рассветы в море под парусом. И мы опять расстанемся, кто куда. Лето прошло и следом снова зима. Но где бы ты ни была, услышав это, я знаю, вспомнишь обо мне. И наше лето. Больше не забыть, это лето, и в этом по щекам будет где-то осень целовать. Жаль, наверное, ветер не умеет так нежно. Больше не забыть, это лето, ветром по щекам будет где-то осень целовать. Жаль, наверное, ветер не умеет так нежно. Больше не забыть, не забыть, не забыть, не забыть. We'll be right back.
Ну и сейчас у нас тот момент приближается, которого ждали все фанаты, все поклонники. Чего вы хохочете надо мной? Ждали все фак. Это радио Бруклин, друзья. Я так не говорила. Короче, сейчас будем презентовать клип на песню Марселя Артикасти «Не отдам». Он называется. И интересная локация, да, была выбрана электричкой. Говорят, что это метафора нашей жизни. Что там за метафора такая? Метафора нашей жизни, что наша жизнь, во-первых, движется вперед, понимаете? Она все время движется. И несмотря ни на что, эта жизнь, на самом деле, она такая простая у всех, она у всех одинаковая, понимаете, электричка? Да, да. Что в Мурманске, что в Москве, что в Санкт-Петербурге, понимаете, что в Калининграде и так далее. Вот, и мы по жизни идем, и не просто как бы движемся вперед, но еще внутри этого движения у нас еще есть, понимаете, внутри происходит еще одно движение. Конечно, и беляшами там пахнет еще. Конечно, частенько. И пахнет и беляшами, и происходят какие-то вещи разные, понимаете, бывает, один едешь, понимаете. Бывает, сумку отожмут. Бывало такое, бывало, когда ехал один на последней электричке, это страшно. Да. Но и жизнь, в принципе, тоже страшная штука. Степан, есть предложение такое. Мы проводим время от времени какие-то активности. Вот тебе эта участь тоже не обойдет. Я думаю, ты во время блица это понял. Поскольку клип снимался в электричке, а в электричке мы знаем, что можно купить все, что угодно, потому что там продают прямо масса. Да, там продают массу всего. Сейчас у нас будет активность. Там музыку продают, кстати. И музыку продают. И краски, книжки разукраски тоже продают. Ну, в общем, суть какая. Игра называется «Продавец Лосина Островской». Твоя задача будет вот сейчас выступить в роли продавца, который... Лосина Островской? Да. Ты же актер. Твоя роль сейчас выступить в роли продавца, который предлагает пассажирам всякую ерунду. Мы будем называть тебе, что ты продаешь, а твоя задача просто убедить коротко. Итак, первое. Ручка-стеклорез. Ручка-стеклорез понадобится вам абсолютно в любой жизненной ситуации. Однажды вам может понадобиться ручка, а однажды стеклорез. Ручка-стеклорез. Пятновыводитель для обоев. Друзья мои, когда-нибудь в жизни у вас обязательно родятся дети. И эти дети обязательно запачкают ваши белые обои. Друзья мои, пятновыводитель для обоев. Никогда не знаешь, что будет завтра. Ну, давай еще чуть-чуть. Клево. Все тиражи газеты «Комсомольский трудовик». «Комсомольский трудовик» — идеальная газета для вашего папье-маше. И последний, новый альбом группы «Марсель». О! Это не продается. Держите, дарим. О, да, это отличная идея. Слушай, я тебе говорил, надо ехать на этой электричке. Да. Видишь, я не ошибся. Друзья, у нас есть альбом теперь группы «Марсель» о любви, печали и радости. И мы с Лерой не жадные. Поэтому... Мы в понедельник его разыграем в рубрике «Ложь», я так предполагаю? Да, конечно же, разыграем его обязательно. Но не думайте, что в нашей игре «Ложь» будет звучать песня группы «Марсель». Нет, мы пойдем. Нет, там есть песня, которая называется «Говорите правду». Вот. О. Видите, как символично. Так что в понедельник с утра, имейте в виду, мы это разыграем. Ну что, друзья, мы все ближе и ближе подходим к премьере клипа «Марсель» группы и «Артик энд Асти Не Отдам». Вот перед тем, как запустим клип, вот еще как несколько слов. Вот почему его нужно обязательно посмотреть? Посмотреть, чтобы подумать, да и не только посмотреть, но и послушать, потому что песня такая жизненная, которая происходит о том, что происходит с нами. Если, я называю ее «Предубеждение и гордость 2». Только в отличие от «Предубеждения и гордости», эта песня светлая, позитивная. Она раскрывает хорошие стороны семейной жизни и вообще отношений человеческих, понимаете? Огромное спасибо, что ты к нам пришел. Было приятно пообщаться. Друзья, ну и вам мы говорим до свидания. Валерий Майоров, Кирилл Усаков и Марсель. До понедельника. Пока-пока. Ура! Пока светит будет солнце, пока горит хоть одна звезда, пока мое сердце бьется, я никому ее не отдам. Материки вдруг исчезнут, и все затопит вокруг вода. Пусть хоть весь мир треснет, но я никому ее не отдам. Ведь мы с тобой уже столько прошли, столько людей мы на пути своем повстречали. То мы в раю, то мы на мели, то мы смеялись до утра, то всю ночь кричали. Ты знаешь, каждый мой маленький псих и все причины, почему я могу быть расстроен. Знаешь, как меня можно перегрузить. Знаешь, как меня можно перенастроить. Ты героиня моих песен и всех моих снов. Мои радары знают все твои позывные. Мы понимаем друг друга без слов, и мы уже намного ближе, чем просто родные. Мы как Агутин и Вару. Как не думать о тебе, я не представляю. Я океан, ты моя река.
и таких же, как ты, я больше не знаю. Пока светить будет солнце, пока горит хоть одна звезда, пока мое сердце бьется, я никому тебя не отдам. Материки вдруг исчезнут, и все затопит вокруг вода. Пусть хоть весь мир треснет, но я никому его не отдам. Однажды мы друг друга спасли от одиночества в сети и чужих ошибок. Этот рай один на двоих, хочу с тобою разделить, пускай он и зыбок. Ты постоянно выводишь меня и бесконечно всем вокруг не даешь покоя. Лишь тебя хочу я обнять, лишь с тобою мне так спокойно. Ты помнишь каждый мой выдох и вдох, еще ты любишь наблюдать, как я засыпаю. Ради меня ты на все готов, и я за это каждый раз тебе все прощаю. Пускай вокруг все кричат забудь, что есть на свете намного лучше. Не могу без него уснуть, и мы давно уже неразлучны. Пока светить будет солнце, пока горит хоть одна звезда, пока мое сердце бьется, я никому тебя не отдам. Материки вдруг исчезнут, и все затопит вокруг вода. Пусть хоть весь мир треснет, но я никому тебя не отдам. Земля уходит из-под ног, когда смотрю я в твои глаза. Мир замирает от улыбки на твоих устах. Ток идет по проводам, флюиды, и только о тебе одной мои молитвы. Я задыхаюсь без тебя, невозможно, ты мне необходимо. Ты мой воздух, и даже в следующей жизни все равно найду я тебя никогда никому. Пока светить будет солнце, пока горит хоть одна звезда, пока мое сердце бьется, я никому тебя не отдам. Материки вдруг исчезнут, и все затопит вокруг вода.